размножение с помощью луковиц. Ну, это без комментариев. Луковицу посадили. Как вы знаете, это тоже побег. Потому что луковица вот здесь тоже внутри почка есть. Она начинает развиваться в перо, так называемая лука. Да, и вы... Там знаете, какая история? Вот это лук, конечно, но чеснок же у него же тоже луковица. Да, то есть это размножение с помощью луковиц. У чеснока бывает вот здесь вот... У чеснока вы можете размножать путем луковичек деток. Вот эта каждая часть чеснока, это все называется луковичка детка. И из нее можно... Ее оторвать можно, отдельно сажать, и она тоже вырастет.